Лето – это маленькая жизнь. Для кого-то эта жизнь прошла в лагере «Пламенный». Он работает более 40 лет, и за это время многие воспитанники возвращались сюда вожатыми, а потом вожатыми возвращались их дети. Здесь взяли на заметку лучшие традиции прошлого, на основании которых создали современный тренд на детский отдых. В этом году в «Пламенном» будет несколько смен. Одна из них традиционно будет посвящена изучению английского языка. Это полное погружение в языковую среду, не покидая родных мест. Там ребята начинают общаться на английском, познают этот язык. И самое главное, что начинают о нем разговаривать. Да, многие ребята учат, но вот чтобы заговорить, не хватает какого-то барьера, надо либо ехать за границу, что очень дорого и не всегда безопасно, не всегда эффективно. А тут они начинают общаться, все мероприятия у нас проводятся там на английском, и интересно. Приятное с полезным. В «Пламенном» это возможно. Одной из самых популярных является физико-математическая смена, где ребята в том числе занимаются робототехникой. А вот смена героев для мальчиков будет открыта в этом году впервые. Здесь ребят научат делать настоящие мужские дела. Вожатые, которые умеют это делать, будут там, начиная учить их там строгать и топором работать, разводить костер, подавать какие-то туристические спортивные испытания, ну и общаться в мужском коллективе, познавать, каким должен быть сейчас мужчина. Еще одна смена – «Остров свободы». Здесь ребята смогут сами выбирать, на какие мероприятия ходить. В общем, скучать не придется все лето. Современный лагерь – это отдых, обучение, творчество, новые идеи и знакомства. Мастер-классы от профессионалов и гостей. Всестороннее развитие и самое главное – теплые воспоминания. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».